Привет с прекрасного города Измаила. На канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». Ответ на вопросы, которые посыпались мне после просмотра видео о посадке рассады томатов в теплицу. Спрашивали, что за кальций используют при посадке рассады, где взять такой беловатый порошок, зачем этот кальций томатам. Отвечаю. Кальций, который я засыпала в каждую ямку при посадке томата, это аптечный продукт. Только не обычной аптеки, а ветеринарной аптеки. У нас этот продукт продается как кормовая добавка животным. И называется этот кальций профессиональными специалистами 3-кальций-фосфат. Это трехзамещенный фосфат кальция, массовая доля в котором кальция составляет 30 и выше процентов, а фосфора 12 и более процентов. Это натуральный органический продукт, который получают из природных полезных ископаемых. Это биологически доступные кальций и фосфор, которые являются минералами. Именно они отвечают за множество процессов в клеточках растений. Кормовая добавка для животных, пищевой 3-кальций-фосфат – отличный источник для питания и растений. Фосфор и кальций важны для томатов, перца, баклажанов и других овощных растений, но особо он нужен помидорам. Фосфор важен для роста корневой системы, побегов, листьев, цветов. Он стимулирует усвоение кальция растениями. Ну а теперь поговорим о кальции. Кальций также нужен растению как составляющая часть сбалансированного питания. Этот микроэлемент поступает в каждую клеточку благодаря водопроводящим тканям растения. Когда устанавливается высокая температура, помидоры интенсивно оттягивают кальций с плодов в листья. В результате мы получаем вершинную гниль плодов и начинаем интенсивно бороться с этим. Кстати, избыток кальция, как и недостаток кальция в грунте, также приводит к вершинной гнили. Поэтому при посадке рассады томатов в лунку засыпаю вместе с рыбной, мясокостной мукой и кормовыми дрожжами чайную ложку с верхом 3-кальция-фосфата или же не полную столовую ложку. Так как у меня мерная ложка столовая, то я ее не полную набираю, выравниваю вот весь этот кальций, который по-простому называют в ветаптеке кальцием, и засыпаю в лунку. Все тщательно перемешиваю и создаю таким образом нужный набор питательных веществ для томатов. Причем этот набор долгоиграющий. Растение берет из почвы ровно столько макро- и микроэлементов, которые ему нужны для полноценного развития всех частей растения во все периоды вегетации. О кальции, а точнее о препарате 3-кальций-фосфат из ветеринарной аптеки шла речь в этом видео. Если хотите знать о дальнейших агроприемах с томатами, с другими овощными растениями, цветами, деревьями, подписывайтесь на наш канал и будете получать всегда свежую информацию о важных событиях в теплице, на грядках, в саду. Всего вам самого доброго, мира и благополучия!